На прошлой неделе нам в руки попал уникальный синтезатор от компании Sugar Bytes. Многие продукты этой компании есть в нашей студии. И синтезатор Obscurium не исключение. Давайте разберемся, что же такого нового и уникального в этом синтезаторе. Благодаря новым технологиям в этом плагине реализованы практически все виды синтеза. Obscurium содержит два осциллятора – аналог и FM-OSC, которые в свою очередь содержат по три внутренних генератора. Каждый из генераторов может смешивать между собой, получая совершенно уникальный собственный звук. Основное предназначение синтезатора – создание арпеджио, мелодических партий, пэдов, эффектов и драм-партий. Все это программируется в 32-шаговом степ-секвенсоре, длину которого можно менять до одного шага. Каждый шаг – ноту. В степ-секвенсоре можно редактировать и изменять такие параметры, как pitch, cutoff, резонанс, noise и множество других параметров. А в этих параметрах можно регулировать envelope, добавлять LFO и регулировать минимальную или максимальную силу эффекта. Также в Obscurium есть возможность рисования от руки каждой ноты и каждого шага любых параметров. Еще одна уникальная функция этого плагина заключается в том, что вы можете подключить к нему свой любимый VST-синтезатор и программировать все доступные регуляторы через эффекты и настройки Obscurium. Вы уже сегодня можете скачать бесплатно демо-версию этого синтезатора и попробовать, как он работает. Демо-версия доступна на сайте sugarbytes.de.